Вот он, Дикий Запад, Первая мировая война, легендарная игра года, Battlefield 1. На ультра настройках и в 900p. Так, вижу цель. Это свои. Черт. Где же враги? Блин, стреляют. Нет. На. Черт. Я косой. На. Нет, ты не убьешь меня сегодня. Я выйду победителем. Это моя война. Нет. Блин. Так, ладно. В общем, пора взять челу и показать всем, кто тут босс. Окей, поехали. Блин, смотри, куда прешь. Вот так и закончился раунд. Ладно, ждем следующий. Враги. Стоп! Стоп, 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 стоп. Эй, чел. Лови! Так, да, 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 да. Ура, ура. Так. Есть! Я уничтожил целый танк. Ладно, мне надоело кататься. Хрень. Тварь! Угнал мою машину! Ну ничего, сейчас я вам покажу, прям как в трейлере. Только тут никого нет. Норм, чё? Где кто? А, это свой опять. Такие. О, враг. Тихо. Сейчас. Такой косой сегодня. Стреляй нормально. Будь мужиком. О, попал. Хватит по мне стрелять. Все. Ну ладно. Вы напросились. Или я напросился. Скажу вам по правде. Я в Battlefield вообще почти не играл. То есть у меня было третий Battlefield премиум, я играл там пару дней. С друзьями мне было весело. Ну и потом, когда, короче, когда вышел Battlefront, мне дружбан подогнал аккаунт, я поиграл там два денька. Ну, впрочем, не зацепило, не зацепило. И вот. Вот эта вот часть Battlefield 1, она больше склоняется все-таки к Battlefront. Вот она, ну, похожа, ну, очень сильно. Battlefront в Первой мировой. Ну, то есть, если вам понравился Battlefront, там очень понравился, и вы согласны отдать 2к за второй Battlefront, только про Первую мировую, а, ну, еще и сюжетом, ну, да, если сюжет это несовместимый, то прошу, покупайте. А если вы вообще преданный фанат, что дадите 8000 на консолях и 6000 на ПК за премиум издание, чтобы увидеть любимых русских, то я не знаю. Вы странные. Какая эпичная музыка. Особенно под тему того, что ничего не происходит. Артиллери. Так, сейчас нужно показать всем, кто босс. Стоять. Стоять, я сказал. Машина свободна. Ладно, пофиг, чел. Стой, я сейчас к тебе сяду. Стоять. Да стой ты. Танк, который... Танк из Первой мировой, который двигается быстрее человека. Стоять. Спасибо. Поехали. Блин. Ну что за непруха, а? Ладно. Вернемся к первоначальному плану и будем кемперить.
жестоко. Знаете, в чем заключается прелесть кемпера? В том, что он всегда разглядывает текстуры. Текстуры! Текстуры! Блин, меня заметили. Это там? Да. Пора вспомнить фильм «Скалолаз» и взбираться наверх. Ну мы вообще без... пофиг на мои пули. В общем, сейчас будет прыжок веры. Вы готовы? Поехали. Я не умер? Лол, ладно. Так, стоять. Бэтс. По-моему, все только и делают, что меня убивают. А я никого не убил. До сих пор. Как так? Я что-то не понимаю. Ребят, дымовуха. Опа, блин. У меня есть ножичек. О, давай! Ну там никого нет. Да, дыши, дыши. Ой. Блин, 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 блин. Блин. Блин, нет, 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 нет. Вот было обязательно по мне проехаться. Так, у меня же есть еще револьвер или что это? А, это типа... типа флайера. Сейчас давайте кого-нибудь подожгем. Упс. Уп, нет, нет, я на это не подписывался. Ладно, ребятки, давайте поступим так. Все-таки мы здесь за графой пришли, потому что это все тот же Battlefield, и тут только надо смотреть на графику, поэтому я пойду на отчаянный шаг. Может быть, убью весь свой процессор. Он сгорит просто в хлам. Но я сделаю это. Давай. Да быстрее уже. Короче, отбегаем куда-нибудь вот сюда, вот за угол. Options, Video Settings, Advanced, Ultra. Resolution, Factor, Factor. Back. Видео. И ставим Full HD. Ну что, мы имеем 10 FPS, зато максимальную ультру. Ну и знаете. Ну что-то я не вижу графона. Зато теперь у меня ПК лагает жестоко. И это эпичная музыка. Давайте посмотрим на взрывы. Это обычные взрывы. От BF4, наверное, ничем даже не отличается. Не, ну то есть графика, она все равно очень хорошая, она красивая, да, но... это не то, что нам в трейлерах показывали. Совсем не то. Вот давай, текстурка, прогружайся. Вот,
Давай, сладенько. Я верю в тебя. Это все? Не, вот на таком расстоянии, конечно, выглядит очень эпично, но... Блин. Серьезно? Серьезно? О, следы от пули исчезают. Ну ладно, это мультиплеер. Это нормально. Мне кажется, или потемнело слегка. Вы серьезно, да? The enemy has armed objective butter. Нет слов. Вот и весь нексткен. Кстати, давайте посмотрим на ткани. В BF4 они очень-очень плохо определили. Ну, примерно то же самое. We have lost both objectives. The enemies are being halted by our artillery barrage. Retreat. Давайте посмотрим на это дерево. Аж не терпится. По-моему, вообще весомых изменений нет в BF4. И взаимодействия тоже никакого вообще. То есть, максимум, что новое появилось. Ребят. То есть, неужели максимум, что нового появилось, это то, что от гранаты остается такая вот вмятина в земле. Если это так, то это нас обманули. Жестоко обманули. Где мой ультраграфон? У меня на ультрах 10 FPS выдает. Пока Battlefield 45. Теперь 60 выдавал. А графика тут, ну, не... Ну, уж точно не в два раза лучше, чем в BF4. И уж тем более не в два раза лучше, чем в новую Call of Duty. Что это за обман? Это никуда не годится. Нам обещали реальный графон. Крутые режимы. Совершенно новую игру. А в итоге мы получили DLC к Battlefront. С сюжетом. И Первый мировой. А игра в России стоит 2К. Но прикол в том, что... Пока у Battlefield премиум стоит 6 косарей. Максимальное издание у Call of Duty стоит 3,5. А что мы получаем за премиум в Battlefield? Карты, режимы и русскую армию? Меня обманули! А я уже предзаказал эту игру. Не хочу в это верить. Нет. Говно. Будь проклят. Да чего осудить? Еще 80 попал. Ради этого. Ради этого. Это конец.
Ладно, ребят, на самом деле, ну, это шутки шутками, в общем, все дела. На самом деле, игра выглядит достойно, хорошо выглядит. Естественно, лучше, чем Battlefield 4, это без сарказма. Тут и лучшие эффекты освещения, детализация. И, возможно, это еще была беда в том, что мне процессор не вытягивает. Но я уверен, что там не намного лучше, даже если мой процессор бы вытягивал игру на все 100%. Еще у меня нет SSD, чтобы удостовериться в этом. Но прикол в том, что если вернуться опять к теме сравнивания Battlefield и Call of Duty, то Battlefield 1 выглядит все равно. Ну, не настолько лучше там Call of Duty Infinite Warfare, чтобы прям назвать, что Call of Duty Infinite Warfare выглядит как дерьмо полное, а от этого вот, ё-моё, лучшая игра, Crysis 3 говно, сосну, в общем, все дела. Нет, это красивая игра, где-то с графикой, ну, графика там как у Battlefront, прям вот точь-в-точь. И геймплей как у Battlefront. То есть, если вам не понравился Battlefront только из-за того, что там про Звездные войны и типа будущее, то, ну, эта игра явно для вас. Но покупать что-то больше, чем обычные издания, и то обычные издания рекомендую покупать в всяких там магазинах по типу Plus.ru, что за 2000 это не стоит. То есть, давайте откровенно, сюжетка у Дайсов это всегда промах полный. Bad Company 2, Bad Company 1, там, может быть, кому-то и зашел. Ну что там, ну там типа что-то новенькое было. Но вот BF3, BF4, Mirror's Edge, Catalyst и другие игры, которые издавала и делала DICE, это провал в плане сюжета. Он не затягивающий, он не оригинальный, он не интересный. Играть в него скучно. Вот всегда DICE славилась своим мультиплеером. Но по сравнению с BF4, BF3, BF1 это огрызок. Просто. То есть мне удалось поиграть всего два режима и не затянуло, честно. Я вообще не являюсь любителем таких вот открытых больших местностей, потому что тут скилл вообще не решает. Тут все чистый рандом, и тебя могут убить со спины, с танка, там, самолета. И честно, одному играть в это неинтересно. Вот с друзьями еще да, но тут обстановка Первая мировая, так что с друзьями тут тоже не прокатит, я думаю. В общем, с графикой нас с трейлеров это точно обманули. То есть там был пререндер, и это я всегда знал. То, что снизу написано Game Footage, все дела, это все брехня. Вообще жалко. Могла быть и хорошая игра в плане хорошая часть Battlefield. Но по сравнению с предыдущими, это скатка. Всем спасибо за просмотр, с вами был Алан, подписывайтесь, ставьте лайки. По Battlefield будет скоро еще один видос, так что никуда не уходите. Все, пока.